Проклятая обсерватория. Полная зачистка локаций и сборка стола картографа. В этом видео. Погнали! Всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем выживать в Гримсол. Новая локация обсерватория, которая была совсем недавно добавлена в игру. Раз в 3 дня ее можно проходить. Ну и стол картографа, который никак не собрать без этой локации. Именно на ней выбивается рецепт 1-го уровня стола, 2-го, основные ингредиенты для сборки. Труба, глобус и чистые пергаменты. Конечно же, можно ускорить весь процесс и прикупить вот такой сундук с деталями. Либо набор пироманьяк, который тоже нужен для зачистки этой локации. Нет бабла? Не проблема. Ребята из Денверк помогут. Заработок на отзывах от 200 рублей в день. Пишешь отзыв, получаешь свои деньги. Выплаты производятся в любую страну. Не веришь? Я сам уже пробовал. И это реальный доход. Ссылка на сервис Денверк в описании видео. Самое главное, что нужно знать об этой локации. В идеале сюда надо ходить вот так, а еще ледяной рюкзачок и с огненным оружием. Потому что местные обитатели-призраки восприимчивы, значит, к огоньку и накладывают периодический урон ледикам. Шикарно! Вообще восторг! Я уже лутал эту локацию в обзоре. Сейчас мы идем с тобой уже по красоте собранные. Ну давай, мужчина. Яриком... Капец, да, грязь? Хо-хо-хо! Чистая шпага за 2 удара огненного меча. Я рекомендую сюда, конечно, приходить поначалу под зельем удачи. Зачем? Нам отсюда лут требуется, да? Чтоб как можно бы... Ой-ой-ой, ну это вообще... Ёп, да что творишь-то? Что-то... Чё, серьезно что ли? Чё за дикость? Мне кажется, это не зелье удачи. Они просто обожают огонь. Да, они просто любят огонь. А если одеть новый комплект брони палача, шанс нанести x5 урон, па-па-па-па-па-па-па. Тогда периодически вообще будешь такое выдавать безумие. Ну-ка. И чё, да, и мы сделали еще одно задание «Багряной охоты», которое гласит: «Знание, ересь, нанесено урона огнем призраком обсерватории, завершить». Слушай, я в восторге, класс, класс. Вот он и периодический урон ледиком. Ну как ты понял, да, по идее, вот этот комплект даст тебе дополнительную защиту. Ну-ка, а если мечиком? Ну вот, капелючечку не добил, да? Ёб, как это изишно, а? А где брать огненное оружие? Ну, конечно, горит. Горит, ма, горит. Хорошо горит. Когда приходит. Капец, а. Это вот, понимаешь, это вот вообще, блин, избиение призраков. И да, на эту локацию надо очень много бомб. Эта локация, я считаю, хай-левельная. Но с огненным оружием ты ее сможешь проходить, конечно. Суть в том, что лут ты весь забрать не сможешь. Здесь надо очень много взрывать. Сюда нужна, по идее, кирка. Но здесь дают прямо на входе всегда разломанную вот такую кирку. Слушай, как легко, да? Я вообще прям, да? Я не ожидал просто такого эффекта от огонька. Это же вообще дикость какая-то. Одна огненная алебарда и все, что ли? Никаких затрат брони, ни черта вообще. Ну реально тут надо вот в этом пацане ходить. Периодически будет вылетать x5 урон. Очень просто. Здравствуйте, мужчина. Вообще на раз-два, да, разложили? Эх! Ну, по идее, если бы фартануло, мне бы дали бомбу. Но у нас еще все шансы, да?
Смотри, пороховой бочонок. Пороховая бомба. Пороховой бочонок. И чё? Ну ничего, жесть. Я взял два бочонка и вот такую бомбочку. Будем надеяться, в ящичках дадут еще. Оп. Бегут бомжи, бегут. Ну давай, дружок. Два удара, ты подумай, чё, а? Капец вообще. Как в сказке, честное слово. Ну давай. Хы-ды-дыщ. Так, здесь у нас. Опачки. Чё, обычная бомбочка. Самое простое — это пороховой заряд. Пороховой бочонок — уже 10 черного пороха. Ну и пороховая бомба — это грязь. Это топ-топ-топ. Ну а где доставать эти волшебные бомбы? В основном ты будешь доставать их через крафт. А это селитра, сера, уголь. Ты всегда можешь нажать вот так вот на локацию и посмотреть. Сера, уголь. Селитра падает с рыцарей. Целая бомба, регулярно причем, чуть ли не каждый день можешь доставать. Вот здесь достается. Если будешь проходить 15 волн, шансы на пороховую бомбу очень большие. Ну и сера, и селитра, и уголь там все отдельно, да, кусками. Конечно же, подземелье отрекшихся. Конечно же, подземелье истязателей. В общем, есть варианты, да, как бомбу эту крафтить. Пороховой заряд сделан. Блин, мне прям не втерпёшь, ты понял чё? Ёлы-палы. На этой локации лутаются чистые пергаменты и тебе могут дать целый глобус. Если глобус не дадут, тогда берем чистые пергаменты и идем в лагерь багряных ангелов. Здесь у разведчика, собственно, меняется глобус. 50 пергаментов. А подзорная труба — 5 глобусов. Ха-ха, итого 250 пергаментов. И да, на этой локации тебе может выпасть целая подзорная труба. Мне с первой зачистки дали глобус. Просто нереально повезло. Представляешь, если тебе труба выпадет. Чё это такое? Блин, это вообще грязь. Мы просто обязаны здесь потестить церемониальный меч. Я так считал раньше. Ты видел все сам. Они разлетаются от огненного протазана и меча. Нет, нет, нет. Мы не отдадим этим бомжам этот шикарный меч. Давай, мужчина. Вот это главное. Хранилище и главный ящик. Фу, блиночки. Бомжи, ну не портите удовольствие. Ты чё, серьезно, на последней секунде? Блин, ну посмотри, ну это вообще жесть. Два удара минус парень, два удара минус парень. Хы ты 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 тыщ. Ха-ха-ха-ха-ха. Чё, серьезно, что ли? Слушай, я верю, что тебе так же повезет. Подзорная труба. И сразу же чертеж второго уровня, потому что первый я уже собрал. Блин. У меня в данный момент зелье удачи — это раз. И кошка на лут плюс 20%. А теперь давай проверка, да? Пороховая бомба или лучше? Все рассчитано, слушай. Все рассчитано четко, да? Итого, итог. У меня вторая зачистка уже и требуется пороховой заряд, два пороховых бочонка и одна бомба. На полную зачистку 40 пороха, чтобы забрать прям все ящики. Если нет пороха, лутай как-нибудь. Ё-моё, потому что тут на этой локации могут уже тебе дать... Блин, капец, какие же вы нежные, а, я в шоке. Блин. Тут уже могут дать готовые бомбы. Оп, вот как мне сейчас дали, да, пороховой зарядик. Ну чё, готов был? Погнали домой, оценим. Это новая механика в игре, которая была недавно добавлена. Карты. В
включаешь, появляется локация. Ну и сейчас нам дали возможность менять у разведчика в лагере Багряных Ангелов карты. А на этом столе мы сами рисуем их. Стол картографа. Рецепты. И цена дешевле, чем у разведчика, заметь. Чё, всё просто, да? Вот они рецепты. Закидываешь сюда обрывки карт вот таким образом. Ага. Ничего себе. Обрывок уникальной неизвестной карты. Требуется третий уровень. Да вы чё, серьёзно? Ха-ха-ха. А у нас все... Сколько надо труб? Я думал, она одна, прикинь. Грязь. Ёб, 4 трубы. Короче, да, это долгоиграющий, да, контент и сборочка. Не иначе. 8 глобусов. 4 трубы подзорной. Это чтоб рисовать синие карты, да? А с первого левела можно рисовать только простые. Ну, собственно, у нас есть простые рандомные карты. Редкие. И золотые. Золотые вообще пока в игре недоступны. Также тайники отрекшихся. Простые, редкие и золотые. И обрывок карты жертвенный алтарь. Который тоже по факту сейчас просто тупо собрать нельзя. Вот здесь у меня находятся обрывки карт, которые я уже пособирал. Блин, это какая грязь, да? Что мы можем сейчас зарядить с тобой? Тайники отрекшихся, простые карты. Я думаю, времени будет это требовать достаточно много. Ну, давай тайник. 1 час. Ну, а у разведчика, соответственно, ценник чуть-чуть дороже. Но при этом, да, у разведчика ты можешь прям сразу поменять. Погнали к нему. Мужчина-разведчик. Ну вот, смотри. Тайник отрекшийся. 60 фрагментов. На 10 фрагментов больше. А вот они, тубусы, да, рандомная карта, соответственно. Тоже 60. Чик. Раз в сутки меняться можно. Чик-чик. И вот такой тубус нам дают. Ночь на кладбище. Друзья, ну а с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ты еще не со мной? А почему? Давно пора уже было подписаться. Видосы как выходили, так и продолжают выходить. Каждый день. На Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. А еще почти каждый день проходят стримы на площадках ВК Плей и Ютуб. Ну и не забывай, конечно же, про наш Телеграм-канал. У нас там чат круглые сутки. Регулярные анонсы всех роликов, розыгрышей, стримов, новости по играм, в которые мы играем. В общем, ничего не пропустишь и будет не скучно. Хотя с таким обновлением, думаю, и так не скучно. Удачи тебе в 13-й багряной охоте. Пока-пока.